Хватит. Что рассказываете, дети? Как отдохнули у бабушки, дедушки? Хорошо отдохнули? Дети, что вы хотите, чтобы я вам сегодня приготовила? Креветки в кляре хотите? Да. Хочешь креветки в кляре? Я хочу пиццу. Хорошо, да. Пиццу нет, давай креветки в кляре, хорошо? Пиццу потом. И давай. Давай? Все, давай. Ужас, как трава заросла. Ее срочно надо постричь, а газонокосилки у нас нет. Папа поедет, купит газонокосилку и приедет, хорошо? Друзья, вы знаете стол со стульями? Точно такой же, если вы обратили внимание, стоит у меня в беседке. Я его покупал здесь, это магазин Лейка. Кстати, самый большой магазин товаров для дома и дачи в нашей республике Дагестан. Они являются производителями многих товаров, которые продают сами, поэтому у них самые низкие цены и высокое качество. Алло, пап. Да. Я приехал за газонокосилкой. Что-нибудь еще нужно взять домой? Ты где, в Лейке, да? Да, я в Лейке. Нет, возьми газонокосилку, а все, что нужно, я сам заеду туда в кухню. Хорошо, давай. Давай. Кстати, свой большой самовар я тоже здесь покупал, еще года два назад. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, мне нужна хорошая газонокосилка. Какую предложите? Так, электрический вариант или бензиновый? Электрический. У нас представлены разные производители. Предлагаю обратить внимание на модель Bosch ARM 34. Очень удобная тем, что регулировка идет у нее рычаговая. Модель проворотливая и удобно будет в небольшой именно квадратуре работать с ней. Так. А гарантия есть на нее? Да, конечно, мы заполняем гарантийный талон, и она на год действует у вас. Год гарантии? Год гарантии. Отлично, отлично. Хорошо, давайте я вот эту модель заберу, она и по дизайну мне нравится, и качество видно у нее хорошее. Да, модель отличная. Все, тем более гарантия год. Давайте вот ее я забираю. В Лейке вы найдете все, даже дрова. Картошка. А сколько стоила эта часть? Асадулла, газон подстрижешь сам? Да. Давай. Я пока размораживать креветки буду. Че Шадула, как стыжет? А души стыжет, брат. Я даже себе захотел такую взять. Видно, брат, хорошая. Ну ты же знаешь, где такую покупать? Конечно же, в Лейке, брат. Все правильно, брат. Такой запах травы прям идет, даже чувствуешь? Да, да. Если корова ты был, ты бы покушал. Знаешь как? Плачь, победцу, когда базарили на траве, так такой запах. Ну вы поняли, да? Это Дагестан, детка. Удовольствие получаешь, когда работаешь с хорошим оборудованием, да, Садула? Да, на самом деле. Кайф называется. Это называется в кайф, друзья. Скажи. Это можно курям отдать, не пропадет. Друзья, сегодня, как я и говорил, буду готовить креветки в кляре. Это блюдо очень любят дети и взрослые. Также оно очень полезно и готовится просто. Я вам покажу достойный и хороший рецепт, который готовят у меня в заведении в Вентокио. Подробный рецепт я оставлю в описании. Всегда заглядывайте в описание моих видео. Я там оставляю подробные рецепты для вас, друзья. Все. Для начала мы удалим кишку. У наших креветок всегда бывает одна кишка. Ее нужно удалять. Показываю вам небольшой лайфхак, как это можно сделать при помощи обычной шпажки. Вот так продеваем. И подеваем нашу вот кишку. И вот так зажимаем и вытягиваем ее. Все. Показываю еще раз. Вот так продеваем. Поднимаем шпажку. И вытягиваем кишку. Вот так вот. У кого-то она грязная, у кого-то нет. Вот это и грязная. Вот так. Ну, первый раз ты делаешь, и уже получается. У тебя талант такой. Просто тебе подсказывать надо. Тебе дорогу даешь, дальше ты по ней едешь. Как у тебя дела, как работа? Да не, нормально, брат, потихоньку идет. Жители скучают по тебе, брат, не теряйся. Я всегда рядом. Ты то там, то тут. Лям туда, лям сюда. Ахмедик, когда вырастешь, кем будешь работать? Ну, я хочу поваром. Поваром? Красавчик, папин сынок. Посмотрите, друзья, сколько кишков я вытащил с креветок. Сколько грязи получилось у нас. Столько же его асадулы было. Посмотрите. Так что имейте в виду, это надо удалять обязательно. Правильно? Да. Друзья, что мы сейчас делаем? Далее мы делаем, удаляем панцирь с креветки и оставляем последнюю часть, вот где хвостик. Вот эту часть панциря мы оставляем для красоты. За эту часть мы будем ее, креветку темпура, брать и кушать. Асадула, помоги мне, вот я тебе покажу, как одну чистить. Смотри. Друзья, где-то примерно в 2012 году, когда я начинал свой поварской путь, будучи стажером, вот это моя работа была на весь рабочий день. Я приходил, одевал перчатки в ресторане одном махачкалинском, японском. И целый день чистил креветки. Мне они уже во сне снились. И вот сейчас я их чистил и вспоминаю те дни. И скажу вам, друзья, работайте добросовестно, где бы вы ни работали и на какой бы профессии вы ни работали. Выполняйте свою работу честно, и тогда вас, иншалла, ждет успех. За каждой тяжестью, воистину, иншалла, вас ждет облегчение. Так, сходил за мукой, сейчас еще яйца принесу. А вот эти панцири от креветок я тоже отдам утятам. Они как свиньи кушают все подряд. Для кляра буду использовать индюшачьи, домашние наши яйца. Вы можете использовать куриные, без проблем. Так, возьмем миску, друзья. Муку. Мука у меня необычная, мука темпурная. Это специальная мука для кляра. Там уже есть все необходимые добавки. Кому интересно, можете прочитать про темпурную муку в интернете. Друзья, вот вам небольшой поварской секрет. В кляр я добавлю имбирный сок. Откуда я взял имбирный сок, вам рассказываю. Вы, когда кушаете роллы, подается к роллам имбирь. Это имбирь маринованный. Вот это сок от маринада получается, имбирного. Вот запоминайте. Для чего мы добавляем его? Он придаст нашему кляру такую пикантность и легкую остринку. Это очень вкусно, друзья. Также мы добавим еще воды. Все, голова дотянулась. На кляр у меня уйдет 2 яйца. Вообще я готовлю кляр на глаз, но для вас я оставлю примерную граммовку кляра. Но я привык готовить на глаз, так как у меня за плечами есть небольшой багаж опыта, поэтому готовлю на глаз. Друзья, смешиваем нашу смесь кляра до того момента, когда не исчезнут все комочки. Друзья, чем у вас будет гуще кляр, тем креветки или темпура получатся у вас такие с большим слоем кляра. Да. Чем у вас будет кляр жиже, тем слой будет тоньше. Друзья, вот и комочки наши исчезли, а соответственно это значит то, что кляр готов. Ребята, что сейчас я делаю? Ну вот эту горбинку ломаю, выпрямляю креветки, чтобы и темпура у нас получилась вот такая красивая, ровная. Асадулла, разожги костер пока. Друзья, теперь какой у нас процесс? Мы подготовили достойно наши креветки. Теперь идет процесс такой. Обволакиваем мукой, стряхиваем, окунаем в кляр, поднимаем, стряхиваем и закидываем в панировочные сухари. Вот такие вот у меня крупные панировочные сухари. Покупные, я их не сам делал. Так вот, приступаем. Первая пошла. Даем стечь кляру. Все, у нас креветочка готова. Для чего мы окунаем сперва в муку? Так вот, я вам объясняю. Для того, чтобы кляр хорошо задержался на ней. Чтобы было сцепление с кляром. друзья, приготовим спайси соус. Нам потребуется только два ингредиента. Это майонез, у меня он Хеллманс хорошего качества, и соус кимчи. Берем майонез. Смотрите, на 100 грамм майонеза 50 грамм кимчи. То есть на килограмм майонеза 500 грамм кимчи. Ну, вы уже поняли. И все это дело размешиваем до однородной массы. Друзья, это очень вкусный соус, идеально сочетается с креветками темпура. Такой же соус подают у меня в ресторане Токио. Также вы можете сделать альтернативу к этому соусу, взять майонез с такими же пропорциями, только вместо кимчи добавить васаби. Асадла, помоги мне. Только это быстрее надо. Друзья, когда они у нас станут золотистые, это значит, что готово. Ты вовремя пришла, Хабиба. Да. Дети, идемте кушать. Садись, садись. Иди садись. Ага, молодец. Асадла, разливай, что ты как не родной? Вкусно? Да. Все, приятного аппетита всем, кушайте, дети. Давай, Хабиба, я тебе буду ставить. Вот, вот Хабиба, тоже это тебе. Асадула, ставь, брат, себе тоже. Это просто вкусно. Это вкусно, друзья. Кстати, в порции, в моем ресторане, вообще в ресторанах, в порции бывает 6 креветок. Порция стоит от 350 до 400 рублей. Как вы думаете, сколько здесь порций и на какую сумму? Напишите в комментариях. Как прокомментирую сейчас, я думаю? Очень вкусно, брат. На здоровье, брат. Как тебе, Ахмеди, вкусно? Ага. Кстати, друзья, у Ахмедика есть свой канал на ютубе. Кому интересно, ссылка будет в описании. Да, Ахмед? Да. Да, очень вкусно. Друзья, получилось очень вкусно. Рецепт проверенный, стопроцентная гарантия того, что у вас получится бесподобно вкусно, как в ресторане. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте обязательно комментарии по поводу наших видеороликов. Также, дорогие друзья, хотел вам порекомендовать магазин Лейка. Этот магазин находится в Республике Дагестан, в столице, в городе Махачкала. Ссылку на их инстаграм я оставлю в описании. В этом магазине вы найдете абсолютно все, что угодно для отдыха, рыбалки, дома и дачи, вплоть до столов. Этот стол я приобрел у них. Они его сами изготавливают. Большинство товаров они изготавливают сами и дают самые отличные цены, так как они работают без посредников. Также у них высокое качество. От всей души вам советую магазин Лейка. Переходите по ссылке в описании на их инстаграм. Там очень интересно, они его очень активно ведут. Я вам, что попало, не порекомендую никогда в жизни. Магазин Лейка проверено мною, качественно, надежно. Просто супер. Ну а с вами, друзья, мы увидимся в скором времени. Я думаю, не за горами новый видеоролик. Кстати, напишите в комментариях обязательно, какое бы блюдо хотели бы вы приготовить. У меня в планах есть приготовить блюдо, которое называется бешбармак. Как вы на это смотрите? Напишите. Очень вкусно. Кушай, сыночек, кушай. Брат, я тебе знаешь, что скажу? Да. На самом деле, вот, нереально вкусные. Тебе понравилось? Конкретно, брат. И знаешь, что еще самое удивительное? Да. Они очень сытные. Они, да. Кстати, они ппшные. Это же креветки. Единственное, что здесь, конечно, присутствует кляр. Ага. Но чем, не знаю, кушать какой-то фастфуд, намного лучше и полезнее съесть вот такие натуральные креветки. На самом деле, она очень сытная, брат. Угу. А самое, что интересно, готовить очень легко. Согласись? Да. Друзья, всего вам хорошего. Спасибо за поддержку. Кушай. Я думаю, что они такие сытные. Да, они сытные.